Привет, мои хорошие, с вами Селена Свы, и сегодня, как и обещала, я сниму для вас сумку в роддом. На самом деле, я смотрела много видео и читала, то есть сумка в роддом, набрала кучу всего вообще, что мне нужно и не нужно. В итоге вообще не пропустили там ничего. Меня в роддом пустили вообще, то есть воду взяли, полотенце, халат, все. Такой маленький пакетик. Сразу скажу, что кошелек, деньги, документы и всю одежду, в которой я пришла, заставили отдать маме. Мама, которая меня привезла в роддом, со мной была. И все. То есть какая-то сумка, которую мы собирали, ее вообще забрали в шкафчик, да, и я только потом, на следующий день, до нее добралась. Вот. Итак, могу сказать вам, что самое важное, то, что действительно нужно, и то, что пригодилось. Первое, что это нужны документы, обязательно не забудьте все документы или узнайте именно в вашем роддоме необходимые документы, которые нужно принести. Обменная карта туда обязательно входит. Дальше. Одноразовые пеленки. 5 штук, 90 на 60. Они пригодятся для того, чтобы там будут вам анализы делать всякие, то есть вы с собой пеленки носите. И еще очень удобно, когда вы спите на чистом белье, для того, чтобы, то есть после родов, да, можете испачкать, в общем-то, белье. Я подстилала пеленочку, на которой мы с маленьким спали. Что такое? Макотя? На! На, Шошенька. Дальше нужно взять прокладки ночные, то есть большие, впитывающие много. Желательно взять две упаковки, потому что я взяла одну, и мне не хватило. Пришлось просить, потом мама привозила отдельно. Лучше взять их сразу две упаковки, потому что нужно будет, ну, желательно, да, часто менять их и часто ходить в душ, в общем, мыться. Дальше нужны влажные салфетки. Я влажные салфетки вообще как бы не могла до них никак добраться, в свой пакет, который лежал, в общем, там в шкафчике. И влажные салфетки очень нужны, они пригодятся. Ну и сухие заодно. То есть, ну, и сухие можно туалетную бумагу просто взять, вот, как бы вместо сухих салфеток. Туалетная бумага тоже нужна. У нас, например, не было туалетной бумаги, я ходила со своей. Дальше. Халат и ночнушка с разрезом. Двое трусов ненужных, которые, и носки. Значит, халат у меня был ХБ. Без халата нельзя ходить в столовую, вообще ходить там, вот, например, где я была в перинатальном центре, там не разрешалось передвигаться по больнице в ночнушке. Ночнушка это только в палате. Ночнушка была тоже ХБ, но которую я взяла, она была, ну, как бы просто удобная. Нам там выдавали ночнушку, но потом, например, она была там грязная или что, я взяла свою одела, ну и удобнее как-то в своей, тоже ХБшечка. Ну, чтобы удобно было грудью кормить, чтобы разрез какой-то здесь был большой, да, чтобы не поднимать ее снизу, когда вот здесь раз, вывалил, и все, и кормишь. Носки это если ножки замерзнут, как бы желательно, чтобы носочки были. Можно взять одни теплые, одни не очень теплые. А, двое трусов, ну, либо одноразовые какие-то берите, но с ними не будет удобно. Просто возьмите те, которые потом вы сможете выкинуть, если они испортятся. У меня, в принципе, не испортились трусы, все нормально было. Трусики. Дальше, шампунь, гель, которым мыться, полотенце, тапочки тоже, в которые можно мыть и в которых можно мыться, потому что там, вот, например, душ, где я была, там босиком не походишь, только в тапочках. И у меня была возможность один раз помыть голову как раз-таки вот перед, даже или два раза я помыла, или один раз. А один раз перед тем, как на выписку уже, хорошо бы себя привести в порядок. И сразу говорю вам, чтобы взяли косметику, девочки-красавицы, потому что это выписка, вас будут фотографировать. Как бы я взяла минимум косметики, а потом мне понадобилось. И я маме сказала еще, чтобы она мне косметику притащила, поэтому накрасилась более-менее. У меня видео снимали, фотографировали, все никак выложить не могу. Выложу скоро. Памперсы. Маленькому. Маленькой упаковки вполне достаточно будет. Какую-то вот выберите там, да, памперсы подойдут. А малому еще комплект. Ну, в общем, смотрите, помимо памперсов, то, что там пригодится малому, это шапочка и носочки, может быть, холода, да. Но в основном пеленки там выдают стерильные. И в пеленки лучше заматывать, потому что они мотают руками, царапают себя, они еще ничего не понимают, и они более спокойно спят, если они, ну, как бы сложены, да, и не двигаются. А так они могут себя напугать этими же руками. И лучше
То есть, а шапочка — это когда пеленочку закутали, да, и вы куда-то выходите кушать или еще куда-то. Там может быть дуть где-нибудь. Лучше одеть шапочку, чтобы его не просквозило. Чепчик такой маленький. Вот. Ну и носочки, в принципе, можно не брать, можно взять это под пеленочку. И набор, который будет на выписку уже. То есть там пеленка ваша должна быть, да. Ну, в общем, в чем вы будете его одевать, когда на выписку, вот это тоже нужно будет. Дальше. Зубная щетка, паста и крем для лица тоже возьмите, потому что будете умываться, увлажняться, руки там что-нибудь вдруг засушат, нужно будет обязательно увлажниться. Расческа, резинка для волос, потому что тут мои волосы вечно мне мешали, без резинки вообще никак. Воды обязательно возьмите, кто много пьет, берите больше воды. Ну, вообще там нельзя больше 2 литров, по-моему, ну, будут привозить вам, если что. Удобно, что, в принципе, может всегда кто-то прийти и привезти вам дополнительную еду или еще что-то. Чай, сахар, печенье, то есть, ну, это вообще необходимо, чтобы был чай и печенье. Ну, лично у меня это было, и это было мое спасение, потому что я ела целыми днями, и там 3 раза кормили, но перед тем, как от и до подождать, там 3-4 часа, я не знаю, сколько нужно было бы ждать перед едой, я лично просто голодала жутко, и меня это все спасало, я много чая пила и печенье ела тогда. Вот, печенье нужно брать, галетное печенье, но я ела сладкое, было все нормально. Дальше, то, что очень важно, и то, что потом уже мне привезли, о чем я забыла, нужно взять. Это бипантен от трещин, такой детский розовенький бипантен специально для груди, потому что прям трескается там, может быть, даже, ну, как бы очень больно, неприятно, и бипантенчиком нужно мазать, специально такое для груди. И послеродовой бандаж для того, чтобы сразу вы уже носили его там с первых дней, но не переусердствуйте, носите немного, потому что он может там перекрывать какие-то эти сосуды, кровообращение, короче, понемножечку носить. И глицериновые свечи, потому что очень сложно по-большому сходить в туалет, когда не чувствуешь, блин, лично у меня так было, я не понимала вообще, что там мышцы, я перестала чувствовать мышцы, я боялась вообще в туалет, честно говоря, сходить. Но надо было, это обязательно, кстати, нужно было, и даже врачи, которые приходили, они говорят, вы сходили в туалет? Мы такие, там, нет, например, да. Я говорю, я не могу, я как-то и не хочу, как бы, и вообще боюсь там, да. Они говорят, нет, надо сходить, надо сделать клизму, пойдите, сделайте, обязательно сходите, нужно. Ну вот, в принципе, и все, я все написала, я оставлю весь этот списочек под видео в инфобоксе. И надеюсь, вам это все пригодится. В принципе, думаю, что ничего больше, кроме этого, не нужно. То есть это будет с лихвой. Ну и всегда, в принципе, могут вам что-то донести, если уж срочно понадобится. Но я думаю, всего этого хватит. Мне больше ничего не нужно было, кроме этого. А, можете взять, там телефоны можно, да, можете взять наушники, если захотите посмотреть кино какое-то. Я наушники, кстати, забыла, и я смотрела в голос, как бы все, да, громко. И смотрела ТНТ, там танцы, еще что-то, потому что маленький бывает спит. Хотя, пока маленький спит, вроде и ты должна спать, да, но я не спала, у меня свой режим все равно. Я спала ночью, вот. А соседка, например, моя старалась, ну, тоже поспать днем, когда маленький спит, потому что ночью постоянно просыпаешься, не высыпаешься. В общем, вот такие вот мои советы. Сохраните себе этот список, который я оставлю внизу. Понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Если что, пишите комментарии. И совет. Все советы хочу вот, да, из моего опыта. Обязательно, девчонки, берите в роддом косметику, берите фотоаппарат, просите кого-то, чтобы вас поснимали именно на выписку. Потому что, во-первых, вот у нас было так, что нас торжественно вообще-то выходили. Вот я представляю, если бы мой мужчина не настоял бы на том, чтобы снять все, подготовить, красиво организовать, то было бы на самом деле очень неудобно, потому что там такое место, выходишь, все друг друга встречают, а ты такая выходишь, короче, без встречания, без ничего, это очень не классно. И вообще, это такая память, на самом деле, на долгое время, да, неизвестно, один ребеночек будет, у вас 2, но все равно, это такое торжество, поэтому не делайте ошибок, как я тихонько из роддома выйти, да, мама хотела выйти тихонько из роддома, и все, и уехать домой, и ничего не фотографировать, да? А папа настоял, сказал, не хочу так,
Хочу, чтобы все красиво было, чтобы все пофотографировали мне красиво сынулю с мамулей. Да? И у нас красивое видео теперь есть. Красивая память. В общем, вот такой вот мой совет. Запечатляйте все эти моменты. Все, пока.